Всем привет, ребятки. Я сегодня не веселая, я расстроенная. Я готовлю завтрак. Сейчас Женя с работы приедет. Хочу отварить вареники и этот зажарочку сделать. Чего расстроена, девочки? Вчера ходила на маникюр. Нет, с маникюром все хорошо. Вот такой сделала маникюр. Красивенький. Так, вам поближе покажу. Красивые. С маникюром все хорошо. Бровки сделала. Но я утром сегодня это не захотела краситься. Я сегодня никуда не иду. Мне еще зубы 2 дня болит, девочки. А к доктору я попаду не скоро, потому что очередь. В общем, как-то так. Мне этот зуб уже вымотал. Я вчера ездила на маникюр, ничего не снимала, ничего, ну, не хотелось мне снимать. Ну, пока таблетка действует, оно нормально, а потом, ребята, проходит, и сами понимаете. Потом, ну, я больше не из-за этого расстроена, прям вообще расстроена. Помните, я заказывала себе очки? Вчера, думаю, как раз поеду, думаю, что-то они мне не перезванивают. Ну, уже как бы по времени пора. А я как раз маникюр делала, салон напротив оптики. Еще мне на 9 утра надо было, я пришла, была, наверное, без 15:09, думаю, рановато, сделаю маникюр, как раз зайду. Ну, сижу в окошко, смотрю, делаю маникюр, а они не открываются. 9 не открываются, 8:30 не открываются, 10, 11. В общем, они открылись в 12 часов, ребята. А я еще сижу, ну, с мастером своим беседую, я говорю, Аня, она говорит, да я не знаю, говорит, он что-то в последнее время вот так как-то и работает, непонятно. Я говорю, может, аферисты какие-то, представь, говорю, заказов понабирали, потому что, когда я выбирала передо мной женщина, тоже делала, оформляла заказ после меня, бабушка, девушка там одна приходила, забирала заказ брата, по поводу брата спрашивала за заказ, что-то себе узнавала. Ну, короче, ну, думаю, ладно. И я сделала маникюрчик и иду. Думаю, схожу к ним, подхожу. У них как ролеты все поднято, открыто, но написано «зачинено». Внутри свет горит. Я же смотрю, они там, есть какой-то мужчина. Этот. Ну, потом они, двери закрыты, они меня увидели, открыли двери. Так и так, я говорю, девушки, не, ой, у нас, мы типа закрываемся. Что-то с фермой не то. В общем, ну, девчонки сами по себе расстроенные такие какие-то это. Она, ну, вы, ну, она мне уверяла, вы не переживайте, у вас заказ придет, я с вами свяжусь, я вам передам. Ну, не знаю, они мне дали номер телефона, куда позвонить, с кем связаться. Я звоню по этому номеру, никто же мне не отвечает, девочки, никто не отвечает, представляете? Ну, не знаю, у меня-то документы, все, ну, как, все есть, чек об оплате, договор этот весь. Не знаю. Я не знаю, что в этой ситуации делать, и если кому обращаться, не знаю, это получается, что за прикол. А у нас еще на Даманском, типа, оптика есть. Я у них спрашиваю, они говорят, это не наша, это другая совсем оптика. Не знаю. Не знаю. Прям расстроена. Деньги-то оплатили, сумма, ну, я не скажу, что она очень большая, но и не маленькая. Сумма вышла мне за очки 1378, что-то вот так. Но все равно. Точнее, 3 гривны. Я же думала, я уже буду тут читать все. Как-то все несерьезно. Не знаю, может быть, с этими событиями, которые были... Ну, слава богу, все утихло. Может, из-за этого. Не знаю. Прям не знаю. С вами поговорила, и зуб перестал болеть.
Мне таблетку на ночь, во сколько, наверное, начало 9 выпила, но еще держит. Вот, вот такие дела. Бровки сделала вчера. Да, какая-то вот такая. Ну, еще и зуб вымотал, и эти новости, что-то мне нет настроения. На улице пасмурно, солнышко нет теперь снова. Сгрустнулась. Я вчера и спать рано легла. Я не знаю, даже Женю на работу провела. Постелилась, помылась и легла. Ну, это рано. Женя уже звонил, что он приехал на работу, я уже спала. Ну, ответила ему, говорю, Жень, я сплю. Что-то мне ничего неохота не смотреть. Ой, такие дела. Маникюр хороший, красивенький. Захотелось мне розовенький. Сначала, думаю, сделала вот такой вот серый, но он такой блестящий. Но потом думаю, хорошо, что я все не сделала серый. Мне на этом пальчике тут две полосочки серые, а тут на одном одна полосочка. Ну так. Для розовую помадку красить. Вот. Так что я не знаю, что с этими очками делать. Куда звонить, если никто не берет трубку. Я в договоре читаю, что там никакого телефона не найду. Но есть адрес, контактный адрес, это Днепропетровск. Там юридический адрес-то, ну, значит, туда не поеду. Вот так бывает. Сейчас зажарочку сделаем, варенички отварим. А я уже загрузила машинку, стираю. Машинку стираю, белье стираю. Загрузила там, одежду. Надо и дома поприбирать, потому что Женя... Три дня, ну, в ночь был, он приходит, спит днем, ничего не поделаешь. Что вчера мне неохота что-то было ничего снимать. Надо было, наверное, две луковицы, маловато. Ну ладно, сколько есть. Сейчас сварю, варенички сюда переложу. Или тут зажарочка. Сейчас придумаю. Сделаем. Там меня спрашивали, что я вареники сама не делаю. Девочки, делаю вареники. Ну, бывает неохота делать. Конечно, домашние вкуснее варенички. Ну так. Мне нравится. Ермолино хорошие вареники, вкусные с картошкой. Ну, понятно, домашние лучше. Ну, бывает, выручает, когда в морозилке есть. Раз, отварил. Перекусить. Вообще, надо что-то готовить уже. Все подоедали. Не знаю, что сегодня буду готовить. Сейчас Женя приедет, сходит на рынок, яйца купит. Яиц уже мало там у нас. 5 яиц осталось. София, приятного аппетита. Спасибо. Очки, я вареники все в зажарочку, в сковородочку перемешала. Ты сказала, я не люблю ее. Я тебе сливочное масло положила и сметанку добавила. А мы сейчас с Женьком так поедим. Хочешь, добавлю тебе зажарку? Не хочешь? Давай, кушай и беги на урок. На какой урок? Еще полчаса отдыхай. Вообще, мы позавтракали. Типа завтрак, обед, девочки. Звонила ж снова. Никто не отвечает. Когда минут 10 назад перезвонили мне. Оптика. Ну, не знаю. Извиняются, сказали. Или товар, или деньги вернут. Не переживайте. Буду вас держать в курсе. Рассказывать. Ну, что-то мне кажется, что ничего не вернут. Не знаю. Аня говорит, да вернут.
Я, девочки, посудомойку собираю. Неохота мне ничего мыть руками. Вообще мне ничего не хочется делать. Бывает у вас такое? Вот у меня сегодня такое настроение. Не хочется и вам его портить. Нет энергии, радости почему-то. Так, да, розочку уже выбросить. Все уже. Розочка. София говорит, мам, что она такая стала? Я говорю, ну она засохла уже, сухая. Все, долго простояла. Так, что мне еще надо сделать? Стирка уже постиралась, развесила. Да как-то солнышко выходит, пробивается. Ну, не сильно. Надо убирать. Ну, не знаю, мне какое-то состояние непонятное. Непонятное, да, Микусь? Сегодня не пойдем с тобой гулять. Не хочу никуда выходить. Сейчас Женя сходит, мясо купит. Микуське. Яиц купил. Даже не спросила, почем яйца. Сейчас посмотрю, что с ними. Ну, такие все равно надо мыть. Грязноватые. Таблетки мне купил. Хлебушка купил. Гречаный. Сейчас яйца помою. Вчера маникюр делала, это ж в новом салоне моя мастер переехала. И хвалила там женщина. Педикюр, говорит, хорошо делает, записалась туда на педикюр. 25 числа пойду на педикюр. Пока гель лаком не покрываю, просто так сделаю. Ну, посмотрю, она посмотрит, интересно, что она мне скажет по поводу того пальца. Ну, он отрастает, я мажу той маской, ну, я не знаю. Да. Надо опытный взгляд. Не, грязные яйца надо помыть. А Женя говорит, я хочу яичницу пожарить. Ну как, он смотрит на яйца, говорит, знаешь, что мне хочется? Я говорю, знаю, яичницу с салом, точно. Вот у вас бывает такое? Ну вот у меня, например, не всегда, но есть. Я, например, если человек о чем-то думает и хочет сказать, вот, ну я часто замечаю, ну по своим родным именно замечаю, по Софии, по Жене, там Ане, они там... Я вот там хочу тебе сказать там или что-то спросить, и я сразу говорю ответ. Ну, вот какая-то женская интуиция, не знаю почему. Потом бывает, Ане надо, например, ответ там на какой-то вопрос. Она, мама, как ты думаешь, вот как будет? Вот скажи, я говорю, ну не знаю. Она, мам, ты всегда знаешь, ну скажи. Я говорю, ну София, ой, София, Аня, я говорю, ну бывают такие случаи, когда ты не знаешь. Вот... Бывает легко, например, какой-то вопрос, и я так раз, все, ответ, все, я знаю, будет именно так. И так оно получается всегда. Я говорю, но бывает, не приходит ответ, я не знаю. Она, ну ты всегда знаешь. Я говорю, не всегда, Анечка. Вот зачем я эту мочалку взяла? Это же мочалка, мочалка не для яиц. Бывает у вас такой, девочки, женская интуиция? Не знаю. Знаешь наперед, а бывает не знаешь, как будет. Вот по поводу очков у меня какое-то такое непонятное, не могу сказать. Я еще вчера сидела, еще не знала всей этой ситуации, пока делала маникюр. Мне почему-то уже какие-то, ну, еще не ходила, не узнавала, не знала всей ситуации. Такое какое-то чувство было, что там что-то не то. Вот как-то не так должно быть все. А оно, оказывается, не зря меня чувства не подвели.
На бумажные полотенца яйца выкладываю. Вчера в АТБ купила эти свои любимые бумажные полотенца. По акции были один день, по-моему, вчера только. По 27 гривен купила. Запасные у меня еще есть, но я люблю. Вот этот голубой рулон вот этой бумаги, он очень тонкий. Быстро так рвется. Ну, я пользуюсь им, но все равно вот эти белые намного лучше по качеству. Яйца по 31 гривен. Ну, Женя сказал, были по 27 еще, но они еще грязнее. По 28. София, ну перезаходи. Я перезахожу уже четвертый раз. Не пробуй. Ладно, девочки, буду заниматься, не буду вас загружать. Состояние, я бы сейчас лягла и спала. Все. Сильно мажет. Угу. Нет жизненной энергии. Где мне ее взять? Где мне ее взять? Мамочка, мы бегаем. Ой, мы не знаем. Никто не знает. Ладно, ребятки, отключаюсь.